Полковника Лапина расстреляли мобилизованные таджики на полигоне в Белгороде, расстреляли за то, что он оскорбил Всевышнего, причем, как говорят, там были и... Томсо, ты слышал новость про полковника Лапина? Нет, не слышал. Только не говорите, неужели разжаловали до полковника? Нет, не слышал. Я чуть позже, я соберу эту информацию к следующему эфиру, в четвергу, иншаллах. У меня очень много материалов, которые мне нужно обработать, пересмотреть. И в четверг у нас будет такой более такой объемный эфир, иншаллах. Полковника Лапина расстреляли мобилизованные таджики на полигоне в Белгороде. Расстреляли за то, что он оскорбил Всевышнего. Причем, как говорят, там были и представители Кавказа, но те проглотили оскорбление. Подождите, я знаю, слышал, читал об этом, про двух, там не сказано, что таджики, но возможно, таджики, сказано, что типа из одной из стран СНГ, и что они расстреляли 11, по-моему, человек, но я не видел, чтобы среди них был Лапин. Что-то, по-моему, это уже историю немножко натюнинговали, да, про Всевышнего, да, оскорбление, Кавказ, немножко такой, произошел тюнинг истории, по всей видимости. انتظريني يا قدساه انتظريني سأزيل سدودا